пулеметной роте. Алексей Петрович Кошкин крутит гайку на морозе, от мороза матерясь, он висит в невероятной анатомии всем позе. Если ж он изменит позу, все детали рухнут в грязь. И тогда еще 1:20, или может быть 1:40, поднимать их всех придется, чистить, мыть и вытирать. И не сможет в результате починить к утру моторы 21-я бригада, чтоб на фрица наступать. А фашист резерв подтянет, подвезет боеприпасы и во фланг контратакой с утречка засадит нам. И гвардейская бригада не ворвется в Красно-Черкассы, а будет всей своей массой превращаться в битый хлам. А с голодухи брюхо крутит, а на морозе стынут пальцы, а в голове щебечут птицы, а по спине струится пот. Но если Леха не докрутит, но если Леха не довертит, но если Леха ошибется, победы не произойдет. Ну а помнишь прошлый вторник, лесочек возле речки, там, где немец обалдевший с окружения выходил? А у нас же две машины, у которых сдохли свечки, а их 4 самоходки и 2 тигра впереди. Алексей Петрович Кошкин стал стратегическим резервом, потому как штаб бригады было некому спасать. Из своей 34-й тигр спалил снарядом первым, несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. А дома сад, а дома гуси и трактора гудят за речкой, и теплый ветер дует в щеку, и спит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я доеду, спасуся грядки, бабе Дусе поправлю печь, срублю колодец, дожить бы только до конца. Отвернул наконец-то эту бешеную гайку, починил засохший дизель, и он завелся с полпинка. И вперед пошла бригада и освободила город, проявив умение храбрость, как советские войска. А танкистов наградили всех медалью за отвагу, а комбригу Соколову так дали красную звезду. Ну а все ремонтные роте за отличную работу замглавком товарищ Сталин благодарность объявил. Благодарность объявил.